счастливо приехали. Дорогие подписчики, мы, как и обещали, будем сегодня снимать то, как наши девушки меняют колесо. Наш ролик набрал 100 лайков, и мы держим свое обещание. Поэтому смотрите. Ну вот, девчонки, вам руководство, как менять колеса. Спущенное колесо. Ну, нужен домкрат. Там железка такая толстая есть, вот под нее подставить. Поддомкратить, раскрутить, достать. Ну и дальше по ключке. Я побежала, пока не буду тебе помогать. Ага. Ну ты хочешь его вот так вот сюда же поставить? Ну нет, там должна быть рама. Так, мне кажется, здесь-то места больше. Домкрат нужно ставить под болт растяжки, под передний рычаг. Только досочка вам, конечно, нужна побольше. Девочки, помогите! Подождите, если мы поднимем колесо, то как же мы будем потом прыгать на этих гайках и пытаясь их откручивать, эти они сильно закручены? Никак. Надо вот все здесь. И надо это как-то открыть. На. Не сложно. Так, я видела, что раньше это делали крест-накрест. Мне внутри, короче, нужно. Подожди, достанем. Вот так вот встаешь. Вот это сюда. Ты делала это, да, понимаешь? Нет, я очень наблюдательна. Ну и теперь вставай. Вставай. Чё? Стой, так не работает, слезай. Надо смазать. Давай! Блин, нет, что-то фигня. О! Чё, а какие будут вот это? У-ху! А у нас проблема, наш план был не идеален. Ну, типа, колесо крутится, как гайки откручивать. Стой, подожди, надо одна держит, колесо друга откручивает, ну, типа того. А, вот еще. Короче, баба, вы даже колесо нормально держать не смогли, потому что, ну, типа, ты крутишь его туда, а держишь здесь. Какая еще? Понятно.
Может, его просто бросим? Пока оно лопнет. Не лопнет, лучше просто брось. Ну, давай я... Блин, как это делать? А где дырка? Ну теперь примерно вот, надо поднимать. Вот так вот, мне кажется, нет? Да. Вот, вот это вон она там. Давайте попробуем. О, вот так давай. Нет, не так. О, давай, Лина, давай что-нибудь сделай что-нибудь. Где дырки-то? Так, Лина, смотрите, девочки, она это делает просто одна. Ну, там маленькое колесо, сюда она. А помогите мне тоже чуть-чуть, пожалуйста. Справа и слева. Не хочу. Сейчас получится все, давай. О, эта херня тоже крутится. Возьмем фанерку поменьше. Давай. О, почти. О, Полин, давай. Вот, давай, теперь вставляем. Полин, иди сюда. Сейчас, куда, как? Наверх, вот как мы делали. Блин, ну оно же почти. А почему вот. Оно не... О, оно встало. Почти. Оно встало. Покажите наши ручки. Ну, где же ручки? Давай, поднимем ручки. Покажи свою новую колечко. Мне сделали предложение. Такое красивое, поздравляю тебя. Это так мило. Подойди. Только наоборот. Нет, так долго. А, мы быстро это делаем. Да. Ясно. А оно не отлетит, когда мы уронили машину на землю? Сначала нужно затянуть гайки, то есть опустить домкрат, только потом ставить колпак, иначе колесо-то у вас отвалится. А кто будет пускать этот домкрат? Это вообще-то стрёмно. Да, да. Всё, мы едем. Полина! Всё, собственно. Всё. Что-то идет не так. Может, ногой? Там есть кого? Там я попала, я тут не попала. Ничего себе! Ура! Если это видео наберет 100 лайков, то мальчики будут делать пирог. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем люблю.